Ну, не повезло мне. Ой. Ну, давай мы сделаем так. Ну, давай, по полной. Ты просто не получил урона, а получил просто троечку кислотой. А что-то там, ну ладно, минус 3, короче. А, итого, то есть вот такой тук-тук-тук-тук-тук там ногами-руками, приблизительно 2 руками, 2 ногами и еще один раз, не знаю, коленкой. Головой. А, с разворота я вот это вот мутузил туловище, оно вообще как себя чувствует? Хорошо? Нет, ему это не нравится. Ему это не нравится? Странно. И, блин, это херово на самом деле. Акробатическими прыжками, то есть последний удар был ногой, я ему по голове куда-то попал, не попал, и вот тык-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 тык, вот куда-то туда. Тебе надо пробросить его 24 кмд. То есть он меня схватил, типа? Нет, ты пытаешься от него уходить. Так это он атак меня, off opportunity, нет? Ты сразу пробрось акробатику. Ну, 34. Да, ты пробрось. Он даже не смог тебя уйти. Ну, отлично. А, все, да. Твоя акробатика, то есть, когда ты выходишь, чтобы не получить такого оппортунити, ты можешь делать акробатику. То есть, даже атака акробатика делается против его КМД. А, шикарно. Все. Если ты проваливаешь, то мы пробиваем его КМБ против твоего этого самого, и там уже спортивный. И я готов к нападению. В углу, да. Классно. Ну, я надеюсь, что он пойдет ко мне. Я всю силу расслабься, там нет фейербола. Пока. Магнус. А, отлично! Ты вскакиваешь, так, вскакиваешь на ноги, и знания подземелья у тебя есть? Конечно. Кидай. И ты понимаешь, что ты под землей. Это 8 плюс... На самом деле не все так хорошо, потому что у меня хитов не так много. Отмутузил его меньше, чем себя. Чарниками и прочим. Ну, не меньше, ему ты нанёшь 33. Йо! На себе в 3 раза меньше. Ой, 31, бру. На себе в 2 раза меньше. Руками бить не очень. Двадцать это хорошо. Вот. 13. Ты знаешь, вот, что это Ози. Ты, правда, не очень часто слышал таких больших и страшных. Угу. И не очень слышал тех, которые усыпляют. Но ты, как опытный маг, учившийся в академии, знаешь, что эти засранцы иммунны кислоте, огню и эффектом контроля над разумом, потому что разум у них не очень-то и есть. Это да, это вовремя. В общем-то все. То есть, ну да, их лучше не бить слышно дымой пирсинг. Потому что это не стоит заклинание кастовать на него. Окей, господи. Шокинг. Реал осыт он фаер. Это только потому, что, наверное, все-таки вряд ли. Нет, большая проблема. Потому что я не знаю, как действует заклинание Wall of Fire. А я знаю, как оно делает. Ты ставишь Wall of Fire, оно бьет. И как потом только. А, у тебя даже этого не написано сейчас. Так, кто так ты он делал? Же иммунен к фаеру. Спокойно. Он спокойный иммунен к фаеру. Ну, по-моему, здесь нет. Это у меня в том модуле Черт. Был. Просто... Да, модуль у меня того. Ну ладно, раз так, не знаю, значит, то не знаю. Один. Плохо это. У меня есть просто Elemental Wall. Я могу любым элементом стенку поставить. А вот тут написано, как это... Как а эффект, смотрите, Wall of Fire. По-моему, 2d6. Да, потому что я... Плюс чего-то там. А когда проходишь, там что-то 1d6, по-моему. Черт. Ну, ладно, так. Бич есть. А? Бей, чем я есть. Еще думал, сегодня вначале у тебя и у тебя спросить, какие у вас заклинания заказаны. Я могу только... Хитрый. А потом передумал, решил, что вы сдохнете. Да. Так у меня не... Ах, ты ж, блин. А это единственное, которое я помню. Те и заказаны. Ну, рядом лежит довольный, улыбающийся в луже Александр. Как там тебя зовут? А что, довольный-то? Лакримон де Гайс. Лакримон де Гайс. А довольный-то чего? Вот. То, что Лакримон the guys. Guys. Ну, guys, ну, господи. Так, ну и... ладно, хорошо. Ну, так, я поднялся. А, мне еще подняться надо. Да. Так, ну, я хочу это сделать за акробатику. Она, ну, ты хочешь фри попробовать сделать, я ну, правильно? Типа да. Да.
и этот 13. Я не знаю, насколько это. Нужно. В сумме 13. В сумме. Ну, никаких бонусов. Нету. Нету. Ну, то есть мой бонус скрасила моя старость. Это не получилось. Радикулит. Окей, я поднимаюсь. Просто так. Ну, говно-то какое. Читайте fucking manual. Та-дам. Я обожаю магов, которые уже сипой выбирают какие заклинания у них заказаны. Что? Это неправда. Лично я просто уточняю. Все ложь. А я знаю, что он делится, и когда он делится, это хорошо. Ну, я бы не сказал. Ну, у него хиты делятся. Блин, надо было по-другому делать. Но их становится больше. Но они становятся меньше. Ну, прикинь, я бы их пошинковал, отступил, фаербол, все. Ничего не становится. Фаербол не сработает. А, ну. У них иммун к огню. Ну, тогда что-нибудь еще такое страшное. Нога. О, черт. Нога. Пробежаться так. Да, сначала крейт вот, а потом скастовать заморозку какую-нибудь. Ну, а потом разбить молоточком. Ну ладно, блин, ну ладно, хорошо. Просто смысла. Господи, как стыдно. А что кентавры защитился? Потому что, да блин, я подойти не успею. 30? Я ему нашел 30, то есть это все очень плохо на самом деле. У меня не спектрал хэнд. А ну злой, надеюсь, нет? Можешь проконсультироваться у мага, но нет. Он злой? Нет. Он просто тупой. Он тупой. Жаль. Он тупой, как дрова. Да. Они в херовые. Один раз сработало. А, господи, ты ёпарас это. Маг такой зрей? Этот. Нет, не пойдет. Рэй оф эмфибилит. Ты зовёшь Рэй? Нет, это ключка. Ну. Что? Да ладно, огнём. Он же не огнём. Не, он... Он не огнём. Форсовый. Скорчен Рэй Форсовый. По-моему, это такая херачёлка, которая... Ну, не огнём. Magic Missile есть, короче? Да, есть. Отлично. Пошли Magic Missile. 1d4, энное количество, которое я тоже, блин, не помню. Первый, третий, пятый и седьмой. Итого 5. Ну, пай. И 5. И... А, нет, 6. И 6. 15. И... 3. 15. И 5. 20. Да. И еще 6. 26. Молодец. Хрена себе, это Magic Missile? Да. А ну каждому бросок. У меня школа Evocation плюс. Да. Ну то есть она 1d4+1. Ракета носит 1d4+1. А у этого засранца такая школа, которая я не уверен, что в каждой ракете. Я вот тоже не уверен, я на самом деле. По-моему, я погорячился. Просто что-то очень много. Меньше места. Скиллы нулевого уровня по 26. Там не намного меньше будет. Не, ну плюс 4, то есть там минус 1 только. Потому что 1/2 моего визард левела. Ну да. Капец. Ну ладно, 26. Да, отлично. Ну да, то есть 25. Ну. Было 26. Плюс 5 за каждую эту. Минус 1, потому что у меня 4, а не 5. 25. Лапимон да Гайс все еще пускает пузыри и спит. Я на ДРТ. Ты видишь, что оно, кстати, уже не очень в хороших состояниях. И одно, и второе. А нет. Это ты в какого стрелял? Ну, он в том. Ближайшего. Отлично. А, то есть они все хорошо выглядят, да? Они так нормально выглядят. Смайт, сейчас скажу чего. Буди танка, пусть он отребает. Смайт нейтрал, света, что? Нет, делаю шаг назад и холи смайт. Это что? А нет, подожди, стоп. Я говорю, что нейтральные и злые персонажи твоей партии будут тебе благодарны. Сирен Лайт. Вот, это я это говорила. Я много читала сейчас. Сирен Лайт.
вот специально выбрал огнеупорного монстра. Это так верно. Что? Специально же выбрал огнеупорного монстра. Ну так и что он? Я не выбирал. Он тут просто жил, да? Я выбрал подходящим по КРу и... Ну да. Делаю шаг назад, поднимаю какой-то символ, возношу молитву. И оттуда ударяет в эту херню луч. В тач. 11 плюс. У нее четвертый тач. Я думаю, попало. Исходит символ, исходит луч. Че-че-че-че-че. Не, ну я умудрился минус один кинуть. Ты молодец. Минус один на атаку, сам себя. 6, 8. Ну там просто. 19. Я очень осторожно бью. 24. Какого ходу урона или что? Он не ходит. Так, это Сирен Лайт, сейчас скажу, это чего. Да ладно. Она должна сносить свои заклинания? Ну, я тоже должен, и чё? Где посмотреть карточки? Ну да, я их даже смотрела, но там не карточек, распечатала. Там карточки, знаешь, сколько выходит на эти заклинания? А, кстати, да, я посмотрела, сколько у меня листов бумаги получается. Это вот только у меня, блин,